Вторая волна паводка пришла в Петропавловск. Сейчас уровень на реке Исиль составляет 1009 сантиметров. Критическим он станет при подъеме еще на 41. На трассе международного значения Челябинск-Новосибирск также ограничены движения. В Сиреново-Никольском Калужарского района вода за сутки поднялась на 27 сантиметров. Повторный подъем по-прежнему наблюдается в Покровке. По данным гидрологов, за сутки вода стала выше на 11 сантиметров. Уровень на Сергеевском гидроузле 903 сантиметра. Перелив над гребнем составляет 103 сантиметра.